17 октября в военкомате Каспийска прошли торжественные проводы осенних призывников. Проводить ребят на службу пришли почетные гости. Глава города Борис Гонцов, заместитель председателя собрания депутатов муниципалитета Аза Алиева, заместитель главы Каспийска Гусейн Ункилов и многие другие. Началось мероприятие с приветственного слова военного комиссара города Марата Пашаева, который ознакомил присутствующих с указом президента Российской Федерации под номером 735 о призыве в октябре и декабре 2023 года. Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2023 года призыв граждан военнослужащих Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом о воинской обязанности военнослужащих призыву на военную службу в количестве 130 тысяч человек. Это по Российской Федерации. В этот день проводить ребят также пришли юнармейцы и члены патриотического клуба «Гаджиевцы» кадетской морской школы-интерната. С напутственным словом выступил и глава города Борис Гонцов. Желаю вам всего хорошего, пройти службу, получить военную профессию. И знаете, что военная служба – это очень серьезный шаг социального лифта, который вас поднимет в жизни. Помимо этого, пожелания будущим солдатам также выразили председатель Каспийского отделения «Союз женщин» Фериде Алиева, ветеран боевых действий в Афганистане Алира Баданов и многие другие. С ответственным шагом жизни новобранцев патриотическим танцем «Катюша» поздравили воспитанники детской школы искусств имени Сергея Габабова ансамбля «Вдохновение». Призывникам вручили военные билеты и небольшие подарки, после чего родственники и представители госструктур проводили их в дорогу на республиканский сборный пункт. Напомним, что солдаты-срочники в зону СВО направляться не будут. Срок их службы составит 12 месяцев.